И на работе Ольга Райхман, помимо плакатов с изображением сына чемпиона, бережно хранит его детские фотографии. Это вот мы втроем, Галина Яковлевна, которая осталась, она у нас, то есть тренер, ну это он старт делал. На этой доске среди достижений детско-юношеской спортшколы запечатлена особая гордость матери и тренера, до сих пор не побитые рекорды Станислава. Ну а когда первый раз Европу выиграл, это было нечто. Конечно, да. Я с ними не была на соревнованиях, но у телевизора сидела и рыдала. Не менее яркие переживания Ольга Алексеевна испытала и тогда, когда Станислав Донец после тяжелой травмы стал вторым в Европе. Заслуженный тренер признается, что такого-то секрета воспитания чемпионского характера сына у нее нет. В бассейне никогда он не говорил ни мама, ни папа. Это было как-то и сразу дома заведено. Дома мы старались о бассейне мало говорить. Потом уже, когда он там о высоких результатах задумался, ну как-то мы старались дома оставаться родителями. И по сей день Ольга Райхман воспитывает подрастающее поколение на смену нынешним чемпионам. А пока перед тренирующимися ребятами в бассейне красуется большое фото ее сына, как напоминание того, к чему надо стремиться в спорте и жизни. Павел Мозговой, Анжелика Боровинок. Наше время.